«Витископ». Была встреча в кабинете министров. На встрече присутствовали, естественно, Кемал Новак и Турга Демирель. С нашей стороны руководитель федерации, я и генеральный секретарь федерации Ларин Александр, министр спорта Дмитрий Булатов и, естественно, Арсений Петрович Яценюк. Ну, состоялась нормально, очень хорошая, скажем так, такие переговоры, которые начались с каких-то дипломатических таких реверансов. Но надо признать, что премьер-министр быстро сказал: давайте, ребята, без этих дипломатических реверансов начнем говорить по делу. Какие у нас шансы, что мы можем, что мы успеваем, что мы не можем. Ну, естественно, в ходе переговоров выяснилось, что, в принципе, в данных условиях очень сложно будет провести Евробаскет-15. У нас не забрали, у нас перенесли. В общем-то, ФИБА Европа в лице руководителей готова идти на определенные какие-то решения, чтобы и у нас был, и удовлетворить нашу сторону. И в то же время премьер-министр дал понять, что он где-то согласен с этим, что ситуация нестабильна, и гарантировать никто не может, что в ближайшее время будет мир и покой. Руководство нашего государства приняло Евробаскет и посчитало, что это нужный проект. Второе, что инвесторы не отказались, а продолжают выражать готовность работать, вкладывать и строить. И третье, естественно, что федерация ни разу не своим видом никак не показала, что мы отказываемся от этого проекта. Но, естественно, что вся европейская общественность, в общем-то, баскетбольная, которая, в общем-то, видит и понимает ситуацию, понимая это, видя наше желание, наше, в общем-то, такое несгибаемое состояние, что мы все-таки не сдадимся, пошла нам навстречу. Витископ. Спортивное видео.